Недавно стало известно о том, что Джиган проходит лечение в клинике после того, как у него начались проблемы с психикой. Ранее он лежал в наркологической больнице в Майами, когда они с Оксаной Самойловой временно жили в США. Джиган не выходит на связь, не появляется в Инстаграме, но все же стало известно, что он сейчас в оздоровительном комплексе «Вилла Плюс», который считается люксовым. Сюда часто приезжают многие артисты, чтобы отдохнуть от суеты и улучшить свое самочувствие. Лечатся там в том числе и люди, употребляющие наркотики. Муж Оксаны Самойловой живет в большом номере, площадь которого составляет 130 квадратных метров. Он может пользоваться личной террасой, сауной и бассейном. Джиган питается 5 раз в день. Цена за сутки пребывания там 100 тысяч рублей. За территорию комплекса выходить пациенту нельзя. Можно гулять, но в сопровождении сотрудников. Раз в день Джигану разрешено связываться с родными. Известно, что Оксана приехала навестить супруга лишь единожды. Подпишитесь на канал и смотрите самые свежие скандальные новости на разные темы.